Дорогие друзья, от большого коллектива Архангельского областного центра социальной защиты населения я поздравляю каждого из вас со светлым праздником, Днем семьи, любви и верности. В этот день мы чествуем семьи Поморья. Наши семьи, которые уже на протяжении многих лет живут в счастливом браке. Наши многодетные семьи, а также молодые пары, которые только вступили на этот непростой путь развития своих семейных традиций, своих семейных ценностей. На территории Архангельской области действует более 50 мер социальной поддержки для семей, воспитывающих детей. Все они призваны в первую очередь для того, чтобы помочь каждой семье в таком непростом деле, как воспитание ребенка, его становлении и развитии. И в этот день мы хотим пожелать всем семьям Поморья добра, благополучия и здоровья. Пусть все невзгоды обходят наши семьи стороной.